день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех гостей Великотопальского бала. Давно кануло в лето блестящее время балов 17-х, 18-х, 19-х столетий. Потише, друзья! Время торжествующей женственности с локонами, кружевами, тонкими изящными тканями. И бравой мужественности с блестящими палетами офицеров, белоснежными перчатками. Наследие бальной культуры в России возрождается. И сегодня мы очень надеемся, что сможем окунуться в атмосферу красоты и изящества эпохи начала 19 века. Наш бал посвящен общенациональному празднованию Дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, чудотворцев, покровителей семейного счастья и любви. Эти святые – яркий пример искренности и святости чувств, надежды и веры в бессмертную любовь. Да, но помимо бессмертной любви, есть и другие вечные ценности. И наш бал призван обратить внимание к уникальному дворянскому усадебному комплексу, который сохранился до наших времен, его незаурядным личностям, которые были владельцами этих земель. Проект «Великая Топаль приглашает на бал» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Дорогие гости и участники нашего бала, с приветственным словом к вам обращается заместитель главы администрации Клинцовского района Максименко Людмила Ивановна. Спасибо. Добрый день, уважаемые гости. Мы очень рады приветствовать вас на территории Клинцовского района. И самое интересное, что на территории села Великая Топаль, старинного, уникального села, который, кстати, упоминается в летописях еще с 1620 года, то есть это начало 17 века. Клинцовский район богат озерами, очень красивой природой, лесами. У нас располагается два крупных промышленных предприятия, более 20 сельхозпредприятий. У нас есть святые родники, природа очень красивая. Сегодня мы вас приглашаем посетить усадьбу графа Румянцева-Задунайского. Эта усадьба была подарена графу императрицей Екатериной II в XIX веке. Здесь были также дворяне Долгорукие, Голицыны. Это очень знаменитая такая усадьба. Кроме того, мы увидим особняк, который неплохо сохранился, он тоже является памятником архитектуры федерального значения. Уважаемые гости, конечно же, я поздравляю вас с праздником семьи, любви и верности, который вчера официально уже объявлен президентом, он признан государственным праздником России. Желаю вам сегодня провести прекрасное время, насладиться красивыми, легкими, парящими танцами 19 века. Благодаря нашим друзьям из Брянска, некоммерческой организации «Визард», вот сегодня устроен этот праздник. Они подготовили интереснейшую программу. Мы с вами увидим нарядных дам, кавалеров, которые будут прохаживаться по старинному селу Великая Топаль. Желаю вам хорошо провести время, желаю вам также здоровья и успехов. Слово предоставляется организаторам проекта «Великая Топаль приглашает на бал» Струменской Ирине Александровне и Лазаренко Дмитрию Владимировичу. Добрый день всем, кто собрался сегодня в селе Великая Топаль. Рада видеть каждого. Когда мы начинали этот проект, а он начинался, знаете, как с коленки на кухне, мы не думали, что тогда он вот так вот переродится и будет так много людей, которым интересна история нашей родины, нашего края, которые любят танцевать и любят эстетику, красоту. И это здорово. Я смотрю на вас и благодарю каждого, кто пришел сегодня сюда. Получайте удовольствие от сегодняшнего праздника. Это тоже войдет в историю села Великая Топаль, что был такой великотопальский бал. Поэтому всех с праздником, спасибо, что пришли. Надеюсь, что это будет не последний наш бал, и вы будете приходить и участвовать. И сейчас пару слов скажет Дмитрий. Друзья, добрый день. Очень рады сегодня мы видеть здесь наших земляков, не только
представители Великой Топали, Клинцовский район, Новозыбков, Брянск, Трубчевск, приехал Орел, приехал Санкт-Петербург. Место знаковое, место с богатейшей историей, и мы просто прониклись, когда были здесь и в первый раз, и каждые последующие поездки, просто влюбились в Великую Топаль и просто хотим, чтобы это все настроение наше замечательное передалось сегодня каждому, и вы смогли потанцевать замечательные танцы 19 века. Мы приглашаем вас на бал, на праздник жизни, музыки и света. И длится праздник до рассвета. Мы приглашаем вас на бал. Представляем вам танцмейстеров и ведущих сегодняшнего бала, руководителей клуба исторического бального танца «Чудное мгновение» из города Брянска, Алексея Новикова и Альбину Новикову. А еще на нашем бале есть настоящие хозяева и хранители этого прекрасного места. Именно она возвела в 1820 году ныне существующий особняк и флигель. Это Варвара Голицына. И полковник, камергер и гофмейстер из рода Голицыных, князь Павел Алексеевич Голицын. Эти роли исполняют Алексей и Мария Бакины. Посмотрите, в руках они держат талисманы нашего проекта, который так, их так и зовут. Варвара и Павел. Дорогие участники бала, мы приглашаем вас открыть танцевальную программу бала торжественным полонезом.